Это видео, уникальное фото будет о раскопках Сардис. Это древняя персидская столица. До персов там обитали ионийцы, ионические эти вот племена. Ну, по крайней мере, они какое-то время ее захватывали. До этого там было нашествие народов моря. Ионийцы составляли одну из частей народов моря после извержения вулкана Санторини. До этого там были, ну, рядом, по крайней мере, были хетты, хатты и прочие народы. Расположена она в центре Анатолии, очень древнее поселение, люди там жили, скорее всего, что, возможно, скорее всего, что еще с каменного века. И вы увидите на этих фото, уникальное фото, которым более 100 лет, раскопки в этом древнем поселении. Гигантские колонны, за которые занесены песком, гигантские сооружения, гигантские каменные блоки, различные храмы. И все это присыпано очень огромным слоем отложений. Как они образовались, лично для меня неизвестно. Я думаю, археологи и историки могут это объяснить. Но обычно, скорее всего, что какие-то весенние паводки, либо какие-то наносы песка, например, песчаными бурями, либо просто уж пришло запустение. И через многие тысячи лет, как минимум более чем 2000 лет, вот такие вот образовались наносы высотой, огромной высоты, которые покрыли все эти древние храмы. Фото уникальное, фото, я не мог пройти мимо них, обязательно решил выставить на своем канале. Уникальное фото, уникальные раскопки. Датировать, насколько древний храм, лично для меня трудно, но я думаю, от 3000 до 2000, где-то так, 400-2200 год до нашей, от 4000 лет назад до 2200 лет назад, примерно, плюс-минус. Все остальное вы видите дальше видео, там будет показано уникальное фото раскопок в городе Сардис в Анатолии, и этим фото более 100-120 лет. Все остальное вы видите дальше видео. Спасибо за ваш просмотр.